застрял. В нем живут две кошки. Одну вытащили, сейчас ищем вторую. Передаем это на берег. Спасибо. Поезд кошек в завале. Вот маленький завал уплывший. Поймали вторую кошку. Вот первая кошка. Вот вторая. Теоретически, по нашим подсчетам, их здесь две. Мы будем смотреть еще дальше. Вот, рыжие и черно-белые, оба наши ожидаемые. Больше еще вряд ли есть, но все равно будем разбирать, смотреть. Попробуйте это, подмышку его с одной стороны. А может мы его за лапу возьмем одновременно? Все. И все, все. Петелечку. Давай. Тащим это за шкирку. Где? Вон кошка, давай подплавай. Давай на правый. Не смотри, по коленам. Там, Юра, присядь. Давай. Не мешай пока ее, не пускай поймает. Через голову надо ловить, через голову. Есть. Сейчас выскочит через голову. Сверху только на... Через голову. Сама нормально подплывает. Тихо. Молодцы, воины! Что там черные есть? Две кошки спасены! Закрываем, да и все. Вот так красиво.